Всем привет! С вами Борисова Анна, мой канал о вышивке. Итак, девчонки, понедельник у нас сегодня, 22 ноября. Медленно, но верно подходит к своему завершению. Ну а я медленно, но верно приближаюсь к результату. Готова вышитой работе. Давайте глянем на схему. Это утки-мандаринки от фирмы Риолис. И иная сторона второй из двух игрушек. Я повышивала вечерок, решила показать вам результат. На прошлой неделе у меня вот это, назовем его фигуральное десятилетие, было вышито полукрестом. Крест я не закрывала. Ну, не успела на той неделе, успела на этой. И сегодня я села 1, 2, 3, 4 с хвостиком. 450 крестиков. И вот этот хвостик до закрыла. Ну, что же тут сказать? Вышивка идет легко, хорошо, схема легкая. Именно такой процесс, который можно взять после работы и повышивать. Это, конечно, ну, знаете, такой процесс, наверное, должен быть, потому что, ну да, стоят вот они большие какие-то процессы. Там елка с медведями, вот тут лиса стоит, еще там брошь, где вообще надо, по моему мнению, расслабиться вот и до, полностью погрузиться в работу, не думая ни о чем другом. А вот такой процесс, который на вечер, отдыхалочка, он, наверное, должен быть. И он, слава богу, есть. Есть, я думаю, что вот этот вторая, так скажем, половина этой игрушки пойдет легче, проще, быстрее, потому что здесь у нас уже идет все на скос. И вот объемная 1, 2. Здесь основа 400 крестиков, ну и по бокам, ну где-то в районе 600. То есть из вот этой суммы, я думаю, 1000 здесь вышито однозначно. Я не думаю, я точно знаю. Посмотрите, если 1, 2, 3, 4 и 50 умножить на 2, да, это уже 900. Вот этот хвостик, скажем, 100, это 1000, и вот здесь еще, то есть все, я завершаю потихонечку этот набор. Утром завтра, если я сяду, вышью бисер, потом пойдем вместе в ту сторону вышивать. В планах на эту неделю довышить и собрать эти игрушки. Все, включая синтепон, у нас есть в наборе. Ну, остальное посмотрим, как будет вообще вышиваться, сшиваться, собираться. Такой наборчик у меня уже есть. Ну, не такой подобный, да. Синички, синичка и снегирь там в наборчике в том первом были. Ну, и вот второй наборчик. Я очень-очень желаю, чтобы у меня появились следующие 2 новогодние игрушки. Утро среды, 24 ноября, и я хочу вам показать свои продвижения. Как вы видите, следующий ряд высотой 10 клеточек полностью отшит. Ну и добавилось у нас, скажем, 1, 2, 3, в районе 400 крестиков.
И я вышила бисер только что. Ну, и, собственно, если бы не маленькое, но я бы, наверное, включение не делала, пока уже не вышли все. А до всего осталось буквально крестиков 400, плюс-минус. Я довышила последнюю часть пташки. Это утки-мандаринки, да. Рада, довольна. Пойду ополосну ее. От разметки надо смыть и вообще надо ополоснуть. И буду потихоньку подготавливаться к тому, чтобы оформить все две части, все две игрушки. Вот такой у меня творческий беспорядок. И посмотрите, девчонки, одна игрушечка у меня готова. Я не брала, есть такая тесьма, шнур это сутажный, да, в наборе синего цвета. Я сейчас вам покажу его. Вот, достала я его. Ну, но синим не стала обшивать. Игрушечка красная все-таки. Я решила обшить красным цветом. С одной и другой стороны получилось вот так. Есть косички вот здесь, но я сейчас возьму иголку с ниткой, с красной, с шерстяной и подошью краешек. Ну вот, девочки, вот что я доделала, подделала. В общем, эта игрушка выглядит вот так, с изнаночной. И вот так с лицевой стороны. Я еще думала, может глазик затянуть. Посмотрела, думаю, ну нет, неохота. Таким образом она висит, будет висеть на елке.